ужасно, сейчас я выгляжу как чмо, и мне, в принципе, все равно. История заключается в том, что нашелся мой отец, с которым я перестала общаться, когда мне было уже 16 лет. Сейчас мне 32, на секундочку. То есть он объявляется слепой на оба глаза. Я ему покупаю дом. Лишь бы он только просто жил и никого не беспокоил, а меня в том числе. И беру его расходы на себя. А в итоге получается...